підключених зв'язків є трихограматит. Тут варто зазначити, що так багато йшлося про трихограму, її використання і так далі, так далі. Нарешті ми можемо заслухати людину, яка справді знає, що таке трихограма, як відрізняються ці види. Можу сказати за своїм досвідом, не знаю, чи скаже Віктор Миколайович чи ні. Насправді трихограма – це далеко не той вид, який можна визначити за книжку. Тобто, спостерігаючи за його роботою тривалі роки, я знаю, що, ну, скажімо, у мене виникають великі і дуже великі сумніви, коли я від колег-практиків бачу визначення на потоці видів, знаючи, що для того, щоб визначити конкретний вид, необхідно зробити мікропрепарати цілої серії і детальні проміри. І, скажімо, це зовсім не те, що можна робити, ну, скажімо, як агроном на полі, порівнявши декілька параметрів листів. Ну, він про це скаже детальніше. Спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, перейдем к моему докладу. Значит, биоразнообразие, трофические связи яйцеедов, семейство трихограматиды, которые являются паразитами яиц многих сельскохозяйственных и вредителей лесного хозяйства, как в Украине, так и по всему миру. Следующий слайд. Поставленные перед нами задачи, здесь перечислены, это прежде всего те задачи, которые выполняются в нашем институте, это исследование по систематике, по таксономии семейства трихограмматиды, изучение биоразнообразия семейства трихограмматиды как территории Украины, так и всей Палеарктики и других регионах мира. Это изучение не только рода трихограмма, но и других родов, которых около 60 в мировой фауне и более 20 родов фауны Палеарктики, которые включают в себя Европу, территорию Советского Союза бывшего и вот часть Китая, вот это огромная все Палеарктика, в которой виды распространены от самых западных до самых восточных берегов Палеарктики и встречаются смешанные в разных точках. Изучение видов рода трихограмма, в том числе изучение биологии, систематики, изучение, постановка коллекции в нашем институте, которая создается годами, и, конечно же, подготовка публикаций следующих слайдов. Вот здесь представлены представители различных семейств, которые являются яйцеедами насекомых, которые представлены в разных семействах: хемимориды, инсертиды, афелиниды, таримиды. Они заражают и чешуекрылых, твердокрылых, полужесткокрылых, заражают яйца богомолов и других. Следующий слайд. И для паразитов яиц характерны различные биологические особенности. Это полиэмбриония, это телетакия, аренотакия, дейтеротакия, симбиоз с различными микроорганизмами. И все это усложняет явление биологии и усложняет исследования. Следующий. Вот это известная всем трихограмма, которая, следующий слайд, которая всего полмиллиметра размером. Ее можно собирать и другие виды насекомых, роды трихограмматид, в том числе и кошением, например. Но это сложный процесс, следующий слайд, потому что объект полмиллиметра. Более эффективные применяются, например, вот ловушка малеза, где насекомые поднимаются в палаточку и собираются в спирт, но насекомые миллиметр потихонечку туда идут. Следующий слайд. Применяется вот такой эффективный метод, который в нашем отделе эффективно используется и у нас, и по всему миру. И Алексей Васильевич применяет его эффективно в Африке уже не первый год. Вот сбор в такие желтые ловушки мерики, в которые насекомые собираются, тонут в воде с шампунем, они эффективно могут использоваться для оценки биоразнообразия и для количественной оценки самых разных биотопов, как сельскохозяйственных, так и агроциноза. Следующий слайд. Вот ловушки выставляются в линию, и в промежутках там, от полуметра до метра, и насекомые тонут, и ежедневно или каждые три дня насекомые выбираются, количественно подсчитываются, моются, фиксируются в спирте, потом долгими зимними вечерами лаборанты разбирают, и научные сотрудники также разбирают и определяют материал. Следующий. Вот такое количество насекомых, самых разнообразных, падают в такие ловушки. Следующий слайд. Другой метод – это методы выведения, хранения насекомых, сортировка в различные ампулы, в различные пробирки и выведение из их хозяев. Следующий слайд. Распределение их в разные баночки, в которых находится кормовое растение, само кормовой хозяин. И насекомые вылетают, соответственно, в пробирки. Следующий слайд. Вот и также применяется активный метод для самой трихограммы. Это метод таких ловушек, карточек, на которые наклеиваются яйца бабочек,
бабочек, и ситотроги, и зерновой моли, и мельничные огневки могут наклеиваться яйца, совок вывешиваются в природные условия, и трихограмма заражает, яйца это собираются и используются для оценки состояния биоцина. Следующий слайд. Исследование проводится потом в лаборатории, на следующей, на световой микроскопии, на обычном бинокуляре, следующий слайд. И вот производится выборка этого материала, вот все эти насекомые где-то всего лишь 0,5 мм и менее, до 0,2 мм. Это все трихограмматиды, трихограмма 0,5 мм следующий. Потом делаются вот такие вот слайды, здесь в канадском бальзаме, который будет уже еще 100 лет храниться в нашем институте по всему миру, где я оставляю эти слайды во время своих поездок. Следующий слайд. Вот, конечно же, для этого используется современная цифровая техника, которая показывает, дает возможность получить качественную фотографию и измерить все морфологические изменения, которые на усиках, на груди, на брюшке этого насекомого. Следующий слайд. Вот здесь показаны хозяева семейства трихограмматиды, которые 15 классов насекомых, от трипсов, прямокрылых, трикос, синоедов, тараканов, веслокрылых, а также и другие членистоногие, как клещи, пауки. И это все огромный, это такой комплекс членистоногих, которые заражают перепончатокрылые. Среди них, следующий слайд, конечно, вот встречаются и яйцелицевые паразиты, яйца личиночные, личиночные, куколочные, яйца куколочные и паразитизмы мага. Трихограмматиды чисто паразиты яиц. Следующий слайд. Вот хименоптеры, вот здесь они распределены таким образом, что вот яйцееды находятся в разных семействах. Я здесь беру только хальцидоидные наездники, на семействах хальцидоидея. Я здесь их так распределил, чтобы было видно, что в таком 13 семействах, над семействах хальцидоидея встречается яйцевой паразит. Следующий. Вот наездник, такой вот, как здесь семейство инцертиды с левой стороны, он заражает яйцо, которое меньше его, а развивается как яйца личиночный паразит. А, следующий слайд. Вот здесь, например, паразит яйца куколочные заражает также яйцо, развивается затем в куколке. Следующий слайд. Это чисто яйцевой паразит из семейства целианиды, просто личинка развивается в яйце клопов. Следующий слайд. Трихограмматиды развиваются в 11 отрядах насекомых. Стрекозы, трипсы, сетчатокрылые, синоеды, веслокрылки, пилищики, двукрылые, клопы, цикадки, бабочки, жуки. Может быть, какие-то еще и неизвестны, потому что многие яйца насекомых и других животных и членистоногих, они находятся скрыто расположенные, конечно, найти их достаточно весьма сложно, очень сложно, даже вот известные здесь вот перечисленные все отряды насекомых, очень сложно найти. Следующий слайд. Вот яйца бабочек имеют самую разнообразную форму, есть специальные определители, где можно примерно до рода определить, хотя бы до семейства, уж точно семейство чешуекрылых, они вот так вот выглядят. Следующий слайд. Вот очень. И другие, например, здесь вот синоеды, открыто, здесь вот показаны открыто расположенные яйца, как, например, вот у синоедов, у пилечиков открыто расположенные яйца, вот мухи у них очень часто расположены, ктыри расположены и здесь слепни. Следующий слайд. А у других яйца насекомых, например, яйца расположены скрыто, как вот, например, у цикадок или, например, у жуков. Трубковертов, у них яйца в трубка, между листьями в трубке и, из листа растения. А у цикадок они врезают глубоко в ткань растения, веточку, их очень трудно обнаружить. Следующий. Двое, или вот здесь, пожалуйста, открыто расположенные яйца чешуекрылых. Следующий. Трихограмма вот здесь заражает яйцо, и мы видим, что она, следующий слайд, 0,5 мм. Для исследования трихограммы необходимо исследовать морфологически практически все тело насекомого, прежде всего это усики, это гениталии, а также строение брюшка и строение крыльев. Следующий слайд. Вот здесь перечислены морфологические детали, которые необходимо принимать во внимание для определения трихограммы. Следующий.
Практическое значение трихограммы определяется тем, что прежде всего это, конечно же, практическое применение в биологическом методе борьбы. Кроме того, это очень удобный модельный объект для лабораторных исследований в биологии и физиологии насекомых. В России, в Санкт-Петербурге активно проводятся исследования как раз именно лабораторных культур и исследований биологии на многолетних культурах трихограммы. И это, поскольку это также является удобным модельным лабораторным объектом для молекулярных исследований. Сейчас в дейтабанке в интернете находятся культуральные такие исследованные много видов уже трихограммы и ДНК с именно культуральных ДНК трихограммы со всех стран мира. Следующий слайд. Какие имеются диагностические особенности трихограммы? Следующий слайд. Вот трихограмма и трихограмматит. Вот здесь мы видим, как выглядит голова из различных трихограмматит из различных родов. И здесь, прежде всего, усики используются для изучения систематики. Усики, которые очень сжаты, компактны. И, конечно же, размер здесь тоже 0,2, уже 0,1 мм. Следующий слайд. Вот на усике используются особенности, здесь различные сенсилы, различные волоски, размер усика, соотношение этих сенсил и, конечно же, форма усика, которая меняется у различных видов. Следующий слайд. Вот на сканирующем микроскопе хорошо видны сенсилы. Следующий слайд. Вот. У некоторых родов они очень четко определены, являются даже диагностическим признаком рода. Следующий слайд. И видны, конечно же, только или вот так четко на сканирующем микроскопе, или только на хорошем просвечивающем микроскопе. Следующий слайд. Вот строение груди, которое тоже имеет особенности микроскульптуры на груди. Следующий слайд. Крыльев обычно очень пушистые такие, с четкими рядками волосков, с короткой или длинной маргинальной жилкой специфической формы, характерной для семейства. Следующий слайд. Вот такое строение маргинальные жилки, которые у редких родов она удлинена, у большинства она полукруглая или компактная, сжатая или совсем сокращенной маргинальной жилкой. Следующий слайд. Прежде всего используется для определения видов рода трихограмма это строение и рода трихограмма Т и Д строение гениталий, которые с работами Нагарая в 70-е годы было сейчас описано уже более 160 видов трихограмма по всему миру и продолжается этот процесс, несмотря на сложности морфологии, подключаются еще особенности строения ДНК, как раз особенности ДНК, которые может разграничить практически неразличаемые виды, потому что эти детали имеют склонность к варьированию. Следующий слайд. Потому что при исследовании особенностей гениталии здесь используются, видите, более 10 различных признаков гениталии, которые у некоторых видов очень четко различаются между дендролями и пинтой, это как небо и земля, как между вороной и сорокой, или вороной, или, например, коршуном, совершенно очевидно, не надо использовать никакого ДНК, потому что те три вида, которые, например, исследованы на ДНК в Украине, вот это примерно как воробей, ворона и коршун, они так хорошо различаются. Следующий слайд. Но некоторые различаются очень сложно, потому что вот эти мелкие детали здесь в строении гениталий, они или больше, или меньше, или шире, или уже. И вот эти виды, как раз бы их можно было бы поизучать на основе ДНК. Следующий слайд. Вот на видах рода трихограмма ТИД некоторые особенности гениталий, выступы гениталий, они утрачены, поэтому гениталии становятся еще более простыми, а у других родов, как латтремер и Д, просто представляются в виде трубки. А у трихограммы гениталии в виде таких двух пластинок, верхней пластинки, нижней пластинки. И вот широта или узость этой пластинок определяет видовую принадлежность трихограммы, ее используется вот, морфологический признак. Следующий слайд. Вот здесь трихограмма показана компанией. Вот здесь видим, что жилкование крыльев, например, с левой стороны, это олив. Это очень компактное, это другого правда, рода Афианерус. А трихограмма, вот с левой стороны самец с пушистыми усиками, самка с короткими усиками. А фактически просто без бинокуляра или без сложного микроскопа
светового микроскопа трихограмма – это маленькая точка, которую, в общем-то, не то, что ее определить нельзя, ее можно только по цвету определить. Желтенькая, она здесь черненькая. Ну и различение между желтой трихограммой или бурой трихограммой очень условное, потому что некоторые виды при содержании, при различной температуре хорошо меняют свой цвет. Они становятся желто-бурами. У них смешивается просто цвет. А потом они немножко или темнеют, или немножко светлеют. Следующий слайд. Вот здесь представители различных родов трихограмма. Такой зоологический зоосад, чтобы представить коллегам, как они выглядят, потому что их практически никто не видел, раз они имеют размер полмиллиметра. И даже для хальцидологов это сложный объект, потому что они достаточно редко встречаются. И нужно просеять не одну чашку мелики, чтобы выудить их. Другие семейства встречаются более часто. Некоторые из них вот наверху вот имеют яйцеклад, выступающий саблевидный, буквально такой необычный, или тонкий игловидный, потому что эти представители этих родов заражают скрыто расположенные яйца где-то в глубине стебелька, или в глубине листика, или между листиками. Вот, например, род парафия или зелограммы скрытые. А вот у фионируса просто врезан в листик, очень тоненький листик. Можно прорезать просто кутикулу листика. Следующий. А у других, как у трихограммы, яйцеклад не выступающий, потому что яйца хозяев расположены открыто. Следующий слайд. Вот здесь мы видим как раз здесь самочки и самцы из рода трихограммы. Ну, они разные по цвету, но это ничего и не говорит о их видовой принадлежности. Следующий слайд. Вот это здесь представители рода олигоцита, паразиты цикады. Они имеют обычно очень сильно опушенные крылья. И размер от полмиллиметра до миллиметра. Ускана, это представитель этого рода, заражают яйца твердокрылых. Это или златки, или жуки зерновки. Вот род ускана. Заранее заражают цикады. Следующий слайд. Следующий. Вот программы биометода по всему миру используются всего лишь навсего наиболее широко 6 видов рода трихограммы из тех 160, которых я упоминал, потому что они уже испытаны на этих культурах, они хорошо разводятся в лаборатории и их применяют. А применяют их на 22 сельскохозяйственных лесных культурах, фактически начиная от пшеницы до сахарного тростника и культур лесного хозяйства и как фруктовых деревьев. Следующий слайд. В то же время вот в полиарктике сейчас моими работами и моих коллег, которые во Франции, в Китае, в других странах Европы, вот отмечены сейчас 52 вида рода трихограмма, а моими последними исследованиями на территории Украины отмечено 15 видов рода трихограмма. Из них всего лишь поменяются 4 вида рода трихограмма. Это пинты, дендролеми, эмбриофагум и эванессенс. Следующий. И некоторые из них просто даже смешиваются, неизвестно, как вот мы выяснили, кто применяется. Вот трихограмма здесь на яйцах совки. Зараженные с левой стороны чернеют. Только что заражаемые свежие желтые яйца совок. Следующий слайд. Вот применяются трихограммы, например, во Франции. Вот здесь такие капсулы, которые уже 20 или даже 30 лет вот по такой схеме применяются, которая раздается фермерам. Такая вот линия, по которой на кукурузу раскладывается специально или разбрасываются капсулы размером около 1,5 мм, покрытые парафином, пробивается точка, и трихограмма вылезает из этих капсул, применяются там брасики. Это или пакетики, или вот в таких, продаются в специальных вот таких, как бы, сумочках эти все капсулы. Следующий слайд. Ну, здесь я еще раз покажу трихограмму. Следующий. Трихограмма заражает порядка 15 семейств различных чешуекрылых, вне зависимости от их размера. Трихограмма активно заражает яйца очень крупных, например, сфингит или ноктуид, или очень мелкие яйца, как для той же самой зерновой моли, где развивается только один экземпляр трихограммы. Вот внизу это все мои личные фотографии в лаборатории сфотографированы. Вот в самом крупном яйце развивается до 80-90 экземпляров трихограммы. В более мелких развивается один экземпляр трихограммы или два экземпляра трихограммы. Следующий слайд. Вот ученик, например, так выглядит не круглые яйца, а это яйца листовертых. Они плоские, уплощенные,
тем не менее, вот трихограммы и плоские яйца, чешуекрылые, тоже нравятся вот наверху. Тоже мои, это все, это мои фотографии. Не зараженные, желтые, светлые яйца, листоверток, например, с левой стороны. А с правой стороны, да, через яйцо, например, самое крайнее, там просвечивается желтая личинка трихограммы. И черные вот яйца, это зараженные яйца трихограммы. Потом вот они выходят внизу, например, полностью зараженные яйца трихограммы. Следующий слайд. Сложности изучения систематики трихограммы обуславливаются также тем, что для трихограммы имеется такая особенность биологии, как в последние годы особенно исследуются симбиотические бактерии из рода вольбачий, которые обуславливают на некоторых видах рода трихограммы развитие только самок, если заражены этот вид вольбачий, вольбахи или вольбахи. Такой симбиотической бактерии развиваются только самки. Если эту линию покормить, например, тетрациклином и таким антибиотиком, неожиданно в следующем поколении появляются самцы. Не в соотношении 50 на 50, может быть сначала 10%, но самцы присутствуют. А другие некоторые виды, которые имеют абсолютно только самок в своем, во всех своих поколениях, как вы их не кормите, например, тем же тетрациклином, не получается никаких самцов. Значит, это наличие самок закреплено, и эта партеногенетическая особенность, она генетически закреплена, а не обуславливается симбиозом с вольбахией. Или, например, ту же вольбахию, ее можно удалить под нагрев культуру трихограммы, при этом опять-таки снова появятся самцы. И вся эта вот сложность взаимоотношения с вольбахией отражается также на систематике, и тут начинается определенная чехарда, потому что некоторые виды, которые раньше назывались одними названиями, теперь называются по-другому, поэтому предыдущие названия, например, дендролями сейчас вот используются, а та, которая раньше называлась коцеция, и дендролями сводилась, разведены снова как два разных вида. Коцеция есть коцеция, а дендролями дендролями. А эмбриофагум это другой эмбриофагум. А еще появилась и трихограмма Теллингай, которая тоже выделена, которая очень похожа на коцеции. И вот все эти четыре вида, они очень близки друг к другу и различаются или при помощи ДНК, или потому что если там имеются только самки, эти виды различаются только ДНК, их различить по гениталиям самцов невозможно. Следующий слайд. Вот здесь немножко я как раз скажу о хозяйно-паразитных отношениях. Трихограмма заражает и яйца чешуекрылых, и яйца, например, твердокрылых. Наверху вот, например, листоед из кассидин, который откладывает яйца под такую шкурку, очень твердую, тем не менее, когда залитую секретом. И вот пока этот секрет еще очень мягкий, трихограмме удается проколоть его и спокойно заразить. Вот трихограмма может заразить и яйца жуков, и яйца чешуекрылых. Ранее отмечено, что она заражает даже яйца клопов, но это не подтвердило. Следующий слайд. Ой, вот здесь другой вид трихограммы семлидис, например, более приурочены к влажным местам. Заражает как яйца чешуекрылых на тех же влажных местах, где-то где рогоз, где околоводные растения. На околоводных растениях находятся кладки, например, мух львинок или мух моллюск, моллюска едекс циамизит, или кладки слепни, групповые крупные сладкие, заражают трихограмму прекрасно, и яйца мух в этих же условиях. Следующий слайд. Вот представители рода парапия заражают яйца жуков трубковертов, ателобит. Трубковерты скручивают такие бочонки очень активно. И это особенность именно трубковертов, которые распространены тоже по всему миру. И новые виды трубковертов описываются из тропических стран и субтропических стран. И новые виды трихограмматит, имеющие вот такой длинный яйцеклад, потому что им нужно заражать яйцо, скрытое глубоко внутри листа. И оно самка прокалывает этот лист. Следующий слайд. А вот представители рода Афианеурус имеют более короткий яйцеклад, иногда чуть-чуть удлиненный, потому что яйцо находится на краешке этого листа у трубковерта, и оно просто врезано в эпидермис. И Афианеурус в три раза меньше, это такой же размером, как трихограмма 0,5 мм. А
предыдущая, это самая крупная трихохроматида размером миллиметр. Следующий слайд. Усканы синекс заражает яйца жуков зерновых. В лабораторных условиях, если было сделать культуру зерновых, например, таких зерновых, как обычная фасолевая зерновка, или, например, сейчас на глядящие мегабрухи, другая зерновка распространенная, которая тоже хорошо кладет яйца в лаборатории, и запустить только что выведенные усканы. Усканы прекрасно развиваются в лабораторных условиях, по крайней мере, в микролабораторных условиях. Следующий слайд. Вот другой представитель, это представитель рода приствичи, это наездник, который обладает способностью не только жить в условиях воздуха, но также погружается в воду. Везде этот, я рассказываю этот случай, потому что это один из объектов, который я изучаю достаточно давно, и который, тем не менее, в новых территориях, на которые удается попасть, не везде его можно найти, потому что настолько сложное условие обитания, что и найти растения, сложно, в которых живут хозяева приствичи, и потом найти яйца сложно, и поэтому и наездника найти сложно. Но тем не менее, здесь, даже в Украине, я нашел другой вид приствичи, который распространен, например, был в Китае отмечен. Самки вот приствичи плавают в воде, заражают яйца клопов, водных клопов как раз, и водных жуков. Детисцы плавунцов, которые плавают под водой, и приствичи тоже плавают в воде при помощи крылышек. То есть не крылышек, которые сложены за спинкой, а вот один из видов. Вот это, например, приствичи акватика, и вообще не умеет летать, а порхает, можно сказать, только воздух ее немножко переносит. Активно она никогда не летает, только ее переносит воздух. А другой вид, мультицилиатор, то очень быстро двигается и прекрасно плавает в воде ножками и прекрасно летает в воздухе крылышками. Следующий слайд. Вот здесь представитель самый интересный, который в последнее время исследуется исследователями в России, под который даже получил грант от своего президента в 50 тысяч долларов. Наш коллега Полилов изучает мозг вот этого правой трихохроматиды мегафрамы, где оказалось уникальное биологическое явление. Мозг вот этого рода трихохроматид мегафрагма не имеет ядер. Клетки мозга не имеют ядер, что раньше для физиологов было, в общем-то, необычным. И сейчас это вот такое было сделано открытие. Это паразиты трипсов. Чтобы найти этого паразита, нужно найти яйца трипсов, скрыто расположенные в листах тех растений. Обычно это, в общем-то, более южно расположенные субтропические растения. И вот им, например, это был собран материал, специально выезжал он в Средиземноморье, во Франции, в южном берегу Франции, в Израиле, в Италии распространены мегафрагмы. Пока в Украине неизвестен, хотя, возможно, в условиях Крыма или, например, где-то вот в России на Черноморском побережье. Но исследовать трипсы достаточно сложно, просто в субтропических условиях их больше. В Турции такой представитель попадается вот просто в ловушке тарелки. Вот те, которые я в самом начале показывал, несмотря на то, что размер этого насекомого 0,2 мм, они сохраняются в воде. Только нужно очень внимательное исследование ловушки, чтобы увидеть это насекомое вообще просто своим глазом, даже при увеличении в 4-7 раз на объективе. Следующий слайд. Ну вот здесь, подводя итоги, выводы. 52 вида рода трихорамы отмечены в Полиарктике, 15 в Украине. В Украине 75 видов трихохроматид, в Полиарктике 135 видов. Основными используются сейчас морфологические признаки для исследований. Молекулярные генетические исследования, конечно, должны помочь в решении ряда таксономических проблем, особенно при партеногенетических видах вроде трихограммы и трихограмматоидея. И исследования хозяйно-паразитные и взаимоотношения с микроорганизмами тоже позволят решить ряд таксономических проблем семейства трихограмматоидея. Следующий слайд. Благодарность моим коллегам, помогавшим в работе. Следующий слайд. Спасибо за внимание. Дуже дякую, Віктор Миколаївич, за таку цікаву доповідь і за питання. Але з вашого дозволу я скористаюся позицією головуючого і запитаю перше сам. Давайте, будь ласка. Наскільки я знаю, ви як мінімум дважды були на стажировках в
других государствах в практических заведениях. Лучше презентацию. Да. И задачей было выяснение видового состава лабораторных культур, да, как минимум в Японии и в Турции, наверное, где-то еще. Поэтому первый вопрос, у меня будет два вопроса. Первый вопрос, почему это важно, да, почему необходимо знать видовой состав лабораторных культур, которые используются, и почему, скажем, вашим коллегам, которым потребовались ваши услуги в качестве эксперта, необходимо было знать видовой состав этих культур, почему недостаточно было их тоже назвать трихограмма японская, трихограмма турецкая, и если ее выпускать на поле, и после нее мрут хозяева, то этого, в общем-то, достаточно, зачем смотреть на гениталии. Первый вопрос, не забудьте его. И второй вопрос. Вам, очевидно, приносили на определение материалы по трихограмме наши коллеги практики. Какой примерно процент правильных определений, которые вы получали от неспециалистов-систематиков? Вопрос можно постулировать и проще. Какова вероятность того, что человек, не работающий профессионально в области систематики, определит в Украине или в Европе вид трихограммы правильно? Два вопроса. Первое, зачем знать видовой состав культуры? Второе, какая вероятность того, что не специалист определит? Говоря о видовом составе культуры, да, вот приведу пример. Сейчас я в прошлом году я работал в Турции. Там очень хорошая культура лабораторной трихограммы в лаборатории, которая используется для... практически не для массового выпуска, а для экспериментального выпуска. И, конечно, задача состояла в том, что для того, чтобы опубликоваться, для того, чтобы сделать достойную статью в достойном журнале, нужно не упоминать именно название вида трихограммы. Просто какой-то четко есть. Нельзя написать трихограмма СП или трихограмма вымышленная, потому что следующим этапом будет научные исследования, повторяющиеся, только вас кто-то может проверить. Потому что если вы напишете просто СП или напишете другой вид, другой коллега, приехавший в этот же институт, получивший эту лабораторию, проверивший ее и скажет, что же вы здесь написали, у вас применяется пинта, когда на самом деле вы уже 20 лет разводите здесь дендролями. И так действительно бывает в некоторых случаях. Вот там разводится всего три вида трихограммы, которые берется из природы, разводится в лаборатории и используется. Почему, допустим, меня вызывали? Потому что на все нужны умелые ручки и умелые глазки, потому что на все это не хватает квалификационной способности каждого специалиста. Каждый занят своим делом. Один занимается выпусками, подсчетами, сбором и распределением этого материала. Другой лаборант занимается просто разведением, что это очень технически долгая процедура разведением трихограммы, разведением лабораторной хозяева. А вот третий, как я занимаюсь тем, что делаю препараты и препарирую объект, который всего лишь 0,5 мм. Я от него отрываю детали 0,1 мм иголочками, делаю препараты и смотрю их специально на микроскопе с тем, чтобы определить видовой состав. И это, конечно же, оказывается гораздо проще и гораздо дешевле, нежели просто купить еще три больших специальных прибора и определять это при помощи ДНК, потому что это будет стоить уже всю мою зарплату годовую, только один стоимость этого прибора. А обучить даже другого лаборанта делать то же самое с объектом 0,5 мм, это очень непростая.